Социальная поддержка специалистов на селе увеличится почти на 12%. Сегодня Кабинет министров принял проект закона об индексации их расходов на оплату ЖКХ. Размер компенсации сельским специалистам составит 1181 рубль в месяц. На сегодняшний день получателями данной меры поддержки у нас являются 15 182 сельских специалистов. Средства на выплату этой компенсации в республиканском бюджете Чувашской республики предусмотрены. Общий их объем составляет 208 миллионов рублей. Поддержку на оплату коммунальных расходов получат врачи, медсестры, учителя, ветеринары, работники культуры, образования и социальных служб, которые живут и трудятся в сельской местности. Кроме того, увеличенный размер компенсации на продовольственные товары детям тех, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы.